Так, я взял с собой на всякий случай по 60 штучек этих и тех. Так, эту пилу мы выбросим. И сейчас можно будет полететь на то место, которое я присмотрел. И если там достаточно ровно, там хорошие густые деревья, не елки, можно будет попробовать там построить вот эту маленькую базу. Такое место. Здесь, если найду я достаточно ровную площадку, то можно будет здесь разместиться. Деревья достаточно густые. Постройка в этом месте не будет нарушать никаких правил по установке базы. Эта точка находится вдали от военки, вдали от точек спауна хеликрашей, то есть вряд ли здесь, просто направляясь на военку либо к хеликрашам, будут баражировать вертолеты, которые случайно могли бы наткнуться. То есть как бы место мне нравится. Единственное, что мне, конечно, не нравится, я не вижу здесь ровной площадки. Ладно, поищем. Если не найдем, то с этим хорошим местом мы попрощаемся. Так, ну вот, смотрите. Это пока как бы самая ровная точка здесь, более-менее ровная, которую я нашел. Я думаю, конечно, можно было и что-то получше, но из того, где я побегал, это самый нормальный вариант. И единственный минус, конечно, здесь вот прям окошко из деревьев. Лучше бы, конечно, было, например, где-то вот здесь попробовать поставить, но здесь не такое ровное. Хотя вот, смотрите, может быть здесь. Посмотрите, какие кроны. Надо попытаться. Или вот тут вот, да? Да, нет, уклон, конечно, есть. Ну вот. База построена. Несмотря на то, что место здесь, конечно, неровное, немножко стены повело, но я все-таки постарался, учитывая
особенности рельефа и свой навык, опыт строительства. Какие-то стены чуть глубже утопил, вот которые под уклоном стоят, какие-то ставил вровень. Поэтому более-менее она вот получилась как бы без дырок. И посмотрите, как бы, то есть, да, это предмет ненародный, но по фону он близок к земле, к этому хвойно-лиственному такому покрытию. Наша голубая палатка в глаза не бросается. Интересно еще протестить ее обнаружение с вертолета. Сейчас я сбегаю, если я его не совсем уж потерял. Так, в палаточку нужно что-то положить. Сейчас подумаем, что. Так, ну я чисто символически положил сюда просто потрошки. Значит, доступ тут я уже установил для двери только для меня. Обновим строение. Закрываем. Значит, из 60 таких вот деревянных брусков и 60 блоков у меня осталось 12 блоков и 34 бруска, то есть брусков вы видите как бы гораздо меньше. Это получается 4, 3 стены, одна стена с дверью и потолок. Так. Нужно немножко сейчас сориентироваться в местонахождении базы, чтобы я сейчас попытался ее разглядеть с вертолета. Но мне пока, если не брать в расчет вот этот, конечно, склон, мне пока все очень нравится. Она очень такая непалевная. И иметь ее как резервную базу, например, вы собираете какие-то ресурсы для строительства, не хотите, чтобы вас ограбили. Вот в таком тихом местечке вполне можно вот посмотреть, ее как бы уже и не видно. Вот в таком тихом местечке можно временную такую базу и построить. А можно таких баз, несколько таких резервных поставить для себя. Ладно, ищем вертолет и попробуем ее увидеть с воздуха.
вот если я остановился здесь, и вот этот пролесок, где нет деревьев, нужно бежать параллельно ему, ну, метров, наверное, на 15 вглубь. Ничего не вижу. Ага, вот она. Смотрите. Да. Я это место всегда могу легко отыскать. А если не знаешь, то нет.